Более 2 лет. Я пишу, они мне отписку присылают. В 2022 году мне писали, на конец 2022 должна была комиссия к нам прийти. Проверка дома не была. Течет крыша, там же видели, горы-то стоят и ведра. У нас порожка течет. Протекает крыша и по порожкам вот тут вот течет. По лестнице. Когда дождик очень сильный каждый раз, я выхожу и у меня лужа. Был я в нашей администрации городского поселения. Мне сказал мельник, да забыл его как зовут, нужно нанимать экспертную комиссию и перекрывать крышу за свой счет.